Здравствуйте, это канал Максимадзе, и продолжаем играть в флеш-игры. И сегодня мы будем играть в такую ностальгию, как Red Ball 2. В прошлый раз мы проходили первый Red Ball, а сегодня перейдем к следующей игре Red Ball 2. Одна из моих любимых, кстати говоря, частей Red Ball 2. Самая любимая, наверное, конечно, все-таки четвертая, но вторая, может быть, даже на втором месте стоит. На King.com официально располагалась игра, но я но этот сайт сейчас недоступен уже. И, собственно, сайт не работает, и я запускаю с одного из сторонних сайтов эту игру. Собственно говоря, чуть-чуть надо погромче сделать. Вот так. Короче говоря, Red Bull у нас вот этот вот король. И, собственно говоря, тепленький день, но подул ветер, корону сдуло. И что же делать? Мы должны найти корону. Red Bull 2 The King называется эта игра. Есть кнопка, ведущая на сайт King, но она не работает уже. Есть кнопка, которая предлагает нам сыграть в Red Bull 1. На сайте... Если играть в игру на сайте theking.com, то нам... После прохождения основной игры будут доступны еще бонус левелс. Их, по-моему, тоже 5. Они тоже интересны, к сожалению, я не смог найти к ним доступа. Звоночек тут был только что. Короче, старт гейм нажимаем. Кнопка, где можно посмотреть прохождение, тоже недоступна. Старт гейм. Я тут чуть-чуть уже потестил. Давайте рассетим. Да уж, вот это я ресетнул. Ошибка уровня какая-то пошла так еще. Перезагрузка игры, короче. Перезапускаем игру, и вот такой вот нас встречает, кстати говоря, логотип, что показывают смешение красок. Выглядит довольно-таки прикольно, хоть и заставка довольно длинная. Вот, теперь все нормально. Как вы видите, нет, все-таки погромче сделать надо, что-то совсем тихо. Вот так. Ну что ты... Короче, здесь графика частично схожа с Red Bull 1. Цель та же, добраться до большого флага. Также мы видим такие же шипы, но графика стала более детализированной. И сам шарик получил наконец-то глаза. И даже эмоции. Да, знаменитый крик, вот этот вот, кого-то там, я не помню. А появились звезды, которые нужно обязательно собирать. На каждом уровне их определенное какое-то количество. Они обязательно все должны быть собраны, иначе уровень не будет пройден. Флажки получили новые звуки. Появилось несколько музыкальных тем. Сейчас мы пока слышим основную тему из меню, но со временем музыка будет все время сменяться. Вот такая вот есть еще пыль, которая заставляет нас мывать в воздухе. И на этом уровне нам надо собрать звездочки всем, чтобы пройти его. Да, только вот из-за этой пыли игрушка начинает подлагивать, и звук пропадать. В Red Bull 2, с игрой Red Bull 2 я познакомился в том же году, что и с четвертым, первым и третьим, да и со всеми остальными, короче. В 2011, именно в том году я переиграл во множество флеш-игр. Надеюсь, что каждую из них я вам покажу. Есть еще кнопка рестарт, чтобы полностью начать уровень заново. Короче, здесь что надо сделать?
Пока музыкальное оформление что-то не сменяется, но надеюсь, оно сменяться будет. Оно должно сменяться, и тут среди него даже есть один приятный сюрприз. Так, перекатываем шар через вот эту вот фигню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не. Ой, я забыл фигню эту сделать. Давай, 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 давай. О, хорош. Такие вот механизмы встречают нас. Так, вон флаг внизу, в подземелье. Звездочки, и вот еще звездочки. Такие вот штуки. В Red Bull 1 встречали подобные тоже. Здесь нам надо нырнуть под воду. И открыть с помощью колеса дверцу. Открыли. Теперь открываем люк, вылезаем. И нам надо вот эту вот дощечку, из нее сделать мост. Оба. А теперь катим туда камушек. Который нам нужен был, чтобы забраться сюда и добраться до флага, конечно же. Вообще система собирания звездочек, она реально схожа, мне кажется, с той системой, которая была в игре Bones на Nokia, которую, кстати, пишите в комментах, сыграть мне Bones, стоит ли мне ее пройти полностью. Я реально могу Nokia 16-16 взять и там показать ее прохождение. Мне кажется, было бы интересно. Короче, там надо было, чтобы разблокировать проход на следующий уровень, там надо было пройти через все ворота. Или корзины, не знаю, как их называть. Тут у нас есть кранчик вот такой вот. А вода-то где? Она вообще набралась? Проверим-ка. Да, вода есть, но она почему-то невидима. Она должна быть видима. Первый раз такое вижу. Я всегда играл, вода была видима. Блин, а вот это проблема, кстати. Если вода невидима, то там... На одном из следующих уровней будет система, где надо будет перекачивать воду и сравнивать ее. Я же ее не увижу, как я ее буду проходить. Вот это беда будет, конечно. Но будем надеяться, что как-нибудь у нас получится. Так, вот у нас заиграла другая музычка уже. Пушку нам надо переправить. Мы взяли факел, и факел заставит пушку стрелять.
А нужна она нам для того, чтобы проход пробить себе. Может, уже хватит? Ну да. Кстати, вот для тех, кто хочет узнать, что будет, если не собрать все звезды, то напишут, что мы должны еще собрать одну звезду. Уровень не будет завершен. А в третьем Red Ball уже, кстати, не обязательно все звезды собирать. Здесь красный флаг уже есть, и причем нам даже не скажут, что мы не все звезды собрали. Но здесь он является как бы корабликом, который нам надо использовать, через который нам надо будет использовать для того, чтобы проплывать. Но нам пока его еще рано двигать. Сначала мы должны поднять мост. Да, он может плыть также и по земле. Так, здесь мы без корабля никак бы не смогли, потому что здесь у нас кислота, в нее мы не можем падать. Собираем все звезды, и уровень вот так заканчивается. Так, Леха что-то мне там скинул, но потом... Вообще, вот эта кнопка у нас включает платформу, но нам нужно... А, тут не просто. Тут не просто так все. Тут надо подвинуть эту платформу к той дырочке, которая сверху. Нет, рано. О, самый раз. Поставить сюда этот ящик. Блин. Ну, бывает. А, он уже назад отъехал. Блин. Ладно, ждем. Что делать? Ждем. Блин, а как я-то вернусь теперь? Нельзя падать с коробкой вместе туда. Во, другое дело.
Ждем еще раз, потому что она на краю стояла, мы бы ее не смогли подвинуть. Так, мы привезли ящик. И тем самым привезли то, что поможет нам доехать до конца уровня. Так, ну и теперь платформу ждем. Мы бы могли с той дырочки запрыгнуть к флагу, но нужно же звездочки собрать, без них никуда. Так, а вот здесь уровень вот такой. Здесь надо по диагональным платформам двигаться. Собирать звезды. Я долгое время, помню, не мог пройти этот уровень, потому что постоянно здесь падал. Так, а вот тут теперь назревает вопрос, а как же подобраться к этому флагу-то? А все просто, здесь невидимая платформа. Вот так. А здесь у нас уровень, где мы толком не видим, где мы находимся. И нам надо собирать звездочки. Аккуратно смотря, где подсвечивается путь. Здесь точно будут шипы, я прям это помню прекрасно, надо... Вот они. Надо их не упустить. Кислота. Шарик лопнет, если окажется в ней. Вот так. А вот тот самый уровень с водой. Так, этот кран не работает, потому что нет ниоткуда воду брать. Ну да, мы не видим воду, к сожалению. Ну ладно, будем как-то так ориентироваться. Этот кран переливает воду оттуда. Но только до середины. Надо подлить еще воды сюда, чтобы здесь было достаточно воды, чтобы перелить ее в то колесо. Ну-ка. Ой. Маловато. А нет, не маловато, сойдет. Ладно, этот уровень мы прошли, я уже думал, с ним будут проблемы. Осталось не так много, уровень 15. После каждого пятого уровня нас почему-то перебрасывают в меню. А на этом уровне тоже замудрено немного.
Надо перекатывать фигурки. На соответствующие знаки. Вот. Собственно говоря, каждая фигурка будет открывать по одной из дверц. Так. Как-то надо треугольник перекатить через это. И я знаю как. Фух, слава богу, он не выпал. Нам нужно поставить вот этот кубик на край вот этого места, чтобы треугольник перелетел через него. Во! Ставим треугольничек. Головоломочки присутствуют в игре. Это... Ну как головоломочки? Головоломки простые достаточно, но тем не менее интересные. Да, наш шарик круглый, поэтому эта кнопка также его считает за круг, но мы не сможем успеть добраться до дверцы этой, до этого прохода. Поэтому мы берем вот этот деревянный кругляшок и катим его на платформу. Вот и пусть стоит так. Да, собственно, вот кислота. Вот так вот мы в ней подыхаем. Здесь нужно пропрыгать по вот этим исчезающим платформам и скинуть вот эти вот деревяшки, чтобы мы через них пропрыгать могли и собрать звезды, соответственно. Вот так вот прошли. А этот уровень нас немного обдурачит. Короче, во-первых, вроде понять, а что делать, как нам туда перебраться? Здесь есть невидимые платформы. Ну, я мимо нее проскочил, правда, сейчас. Нам надо чуть дальше. Вот. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Собираем. Блин. Перепрыгнул. Мимо звезды. Короче, вот так вот уровень нас обдурачивает. Нам надо двигаться дальше, и мы знаем, где настоящий флаг. Вот здесь. Так, а вот что у нас за этот уровень. Этот уровень у нас необычный. Здесь каждое место, по которому мы прыгаем, будет исчезать. И нам надо пропрыгать так, чтобы у нас осталось хотя бы что-то, на чем можно будет вернуться. Блин, не получилось. Ладно, попытка вторая.
Короче, мы падали немного. Так, знаете, что я хочу сделать? Так, надо на паузу поставить. Вот он, дорогие друзья, вот он такой вот приятный сюрприз. Одна из музыкальных тем — это основная тема Red Ball 1. Я сейчас перезапускал уровень, чтобы наконец-таки она появилась, потому что она что-то долгое время не появлялась. Короче, в чем прикол этого уровня? Надо собрать все звезды, пока они все не упали вниз. Один из... И, на мой взгляд, это... Реально один из тех уровней, которые являются наиболее сложными. Желательно на правый краешек прыгать. Ой-ой. А что мне делать с теми звездами? Они же упадут сейчас. Да, наконец-то мы добрались до основной темы Red Ball 1. И ее качество, кстати, музыки здесь немножко улучшено по сравнению с первым Red Bull. Нет, все-таки одна упала звезда. Давайте заново. Предлагают посмотреть прохождение на сайте King.com, но я не могу этого сделать, потому что сайт King.com давно закрыт. Игра старая, не знаю в каком году вышла, но сайт давно прекратил свое существование. Мы это сделали, отлично. И вот финальный, блин, уровень. Здесь кислота поднимается вверх, и мы должны успеть все собрать и пропрыгать до конца. Ай, блин. И здесь у нас появляется уже знакомый нам кораблик из пятого, что ли, уровня, или десятого, по-моему, пятого. Блин, заново придется начать, надо было те звезды сначала собрать, а потом уже кораблик использовать. Да что ж такое, а? Эй, блин! А я же могу так сделать. Почему мне ждать, блин? Зачем мне ждать платформу эту два раза? Блин, да что ж такое, а? Так, ну до тех звезд я так просто не допрыгну. Звезды в виде короны. Кстати, дальше что ж такая, ты боже делать, а? Thank you.
Да блин, распрыжки что-то ему подводит. Да блин, в два раза больше времени мы тратим на эту игру, чем на первый Red Ball. Ну и она и подлиннее немножко, почти в два раза. И уровни более тут интересные и сложные. И корону саму мы видим там наверху, которую нам и нужно найти. Только как ветер ее туда унес? Вот это вот правильный вопрос, я считаю. Эй, это же моя корона. Спасибо за помощь. Я буду скучать без тебя. Хотите еще 5 бонусных уровней? Посетите вот этот сайт. К сожалению, не работает. Main menu. Так, все. А, да, к сожалению, этот сайт не работает, поэтому не судьба нас играть в те 5 бонусных уровней. Но я помню, я в них играл, когда в том же 2011, может быть, в 2012, может быть. Я помню один из уровней. Там, я помню, нужно было мячик закатить в ямку, и только тогда уровень будет пройден. До этого нам флажок будет недоступен. Может быть, эти уровни есть на Ютубе, надо будет посмотреть. Но сыграть нам в них уже, к сожалению, не судьба. Скорее всего. Хотя, кто знает. Может быть, где-то можно и найти версию, где эти бонусные уровни будут. В общем, на сегодня все. Закончилась игра Red Ball 2. Игра, на мой взгляд, получилась очень удачной, очень хорошей. В следующей серии мы с вами сыграем в Red Ball 3, которая тоже не менее, я считаю, интересная, чем первая и вторая часть. И на сегодня все. Подписывайтесь на меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой блоговый канал, ссылка в ВКонтакте. Подписывайтесь на канал в Дзене на всякий случай. И всем пока.